Здравствуйте, меня зовут Наталья. Я участница проекта Golden Time. Я представляю свою работу «Павлин в Японии». Это барельеф, выполнен с элементом живописи, размером 4,5 на 2 метра на кухне. Культура Азии всегда интересовала и привлекала меня. В Японии сакура очень значимый символ. Она олицетворяет все самое прекрасное, что можно найти в этом мире. Сакура по фэншуй – талисман, привлекающий счастье, гармонию и благополучие. Спасибо вам за внимание!